есть полковник один ходит, он говорит, я каждый год ездил в санаторий, теперь я не езжу, вот мой санаторий. Потому что у нас обычно происходит, если дети разного возраста, одного ребенка нужно в одну сторону отвезти, другого в другую, между ними надо соединить время, неважно, на машине, на маршрутке. Бывает один на музыку, другой на ИЗО, третий на гимнастику. А сейчас большинство семей, не знаю, Настя меня может подтвердит, что имеет два ребенка и больше. Я могу сказать, что у меня из пяти подруг, у одной четверо детей, у двоих, включая меня, трое, и у, получается, еще двоих двое. Это институтские, еще там далекие подруги. Поэтому это вот сейчас тенденция, и очень многих большое количество детей, и это тоже нужно считать. Это, конечно, не на всех работает. Это вот работает на каких-то определенных клиентов. Время — это то, что нельзя накопить, оно не сохраняется и не увеличивается. Вот наша задача, чтобы наши клиенты к нам приходили, у нас были, получали удовольствие, ну и, в общем, с нами оставались.